Спорт в массы. В селе Белозерье Черкасской области провели масштабный спортивный турнир среди объединенных громад. Их представители состязались и в шахматах, и в перетягивании каната, и даже в игре в дартс. Но основные баталии развернулись на мини-площадке футбольной академии Белозерье. 13 команд по футзалу сразились за главный приз турнира – Кубок Сергея Рудыка. Футболисты хоть и не профессионалы, но показали первоклассную игру. Все благодаря тренировкам. В последние годы в Черкасской области массово строили мини-футбольные поля, в основном в райцентрах и селах. И это уже дает первые результаты, уверен организатор турнира, нардеп Сергей Рудык. Сегодня в честь свята Дня противника освіти мы поздоровили, и проходит змагання, я думаю, нормально. И это започаткувалось в прошлом году. Я думаю, спорт – это найкраще, что есть в каждом селе. Немає, мабуть, жодного населеного пункта в межах моего 198-го виборчого округа, где не было бы спортивного майданчика. В прошлом году мы побудували 4 мини-футбольных поля с штучным покрытием. В этом году планируем до конца року еще 4 поля побудувати. И вот пришло час проверить силу и міць мускулів. Тому сьогодні, бачите, зібралося 13 команд з цієї області на спортивні змагання з 8 видів спорту.